И другим темам. Глава представительства Европейского союза в Азербайджане Малена Март провела прощальную встречу с азербайджанскими журналистами. По ее словам, годы работы в Азербайджане стали важным этапом в ее жизни, и ей нелегко покидать эту страну. Как отметила Малена Март, несмотря на то, что ее миссия в Азербайджане завершается, однако представительство ЕС в стране продолжит осуществлять в Азербайджане ряд важных проектов. Малена Март напомнила, что в феврале этого года начались переговоры по подготовке соглашения о стратегическом партнерстве Азербайджана и ЕС. Уже были проведены несколько раундов переговоров. Соглашение станет разносторонним и всеобъемлющим и будет затрагивать такие сферы, как образование, законодательство, экономику. По словам Малены Март, Азербайджан и Евросоюз заинтересованы в подготовке документа, который отвечал бы интересам обеих сторон. Представительством ЕС в Азербайджане продолжают осуществляться важные проекты, в том числе в сфере культуры. Мы проведем фестиваль документального европейского кино этой осенью. Кроме того, в городе Щеки в этом году пройдет проект «Евровиллидж». Он будет особенно интересен для молодых людей, которые хотят продолжить свое образование в Европе. Я провела прекрасные 4 года в Азербайджане вместе со своей семьей. Все это время я чувствовала теплоту, гостеприимство Азербайджана. Его культура, его традиции навсегда останутся со мной, и часть моего сердца навсегда останется в Азербайджане.